Привет всем! И самое главное, моему другу, который меня почему-то попросил выточить конус Морзе, показать, как точат конус Морзе. Но я ему скажу, друг мой, родной, я вот такую втулку, я не понял, какой конкретно твой вопрос. Ты заказывал показать тебе, как точить втулку Морзе или просто сам конус? А как точить конус, не обязательно Морзе. Конусы Морзе, вот я тебе что скажу, ты можешь найти так же, как и я, понимаешь, потому что я не родственник Морзе, и он мне конкретно не говорил. Я вот с интернета выписал вот такую таблицу. Understand? Здесь, значит, конусность, соотношение 1 к 20 там и так далее. Потом угол уклона, вот угол, градусы, минуты, секунды. И второй угол, понял? Все, и номер. Нулевой до пятого я выписал, пока хватит. Вот, дорогой мой друг, уважаемый, ты, значит, найди себе в интернете, пользуйся интернетом, не стесняйся. Меня уже больше полжизни прожило, не стесняюсь, пользуюсь интернетом, нахожу, что надо, потому что дурное в голове не держу, и тебе не советую, и вообще никому не советую. Не надо дурное в голове держать, есть справочники, есть интернет. Интернет – это суперпомойка справочная, там все найдешь, буквально. И вот эта таблица конусности, есть разная, не только такая, я попроще выписал. Вот. Если тебе показать конус, я, конечно, покажу, вот мне тут минута свободная удалась, я примерно тебе покажу, как. Ну, сейчас я буду точить внутренний конус, окей? А точить внутренний, у меня есть ролики, ты просто поищи на моем канале Такибана «Наука образности». Там найдешь, есть, ты просто не хочешь поискать. Но я не гордый человек, я же точила всего-навсего. Я поэтому тебе объясню, как точить конусы. Любые конусы, не только Морзе. Конус Морзе – это вот, вот эти данные. Это он придумал, потому что он был какой-то инженеричка всего-навсего. Француз, тем более. Французы умные почти как мы. Им только женщин факать и лягушек хряпать. Понял? А строить они все под конусом делают. Поэтому Морзе, башня Пизанская стоит под конусом, под градусом. Представляете? О, додумались. Только французы могут так строить. Французы сами по себе, наверное, конусные. Ну ладно, друзья, начнем. Сейчас я покажу. Блин, ну ладно, как-нибудь покажу уж. Сейчас подходим к станку 16К20. Берем вот такой ключик 19-17. Видал? Подставляем сюда и откручиваем. Раз. Она чуть-чуть откручивается всего. Два. Понял? И с той стороны еще открутим. Теперь мы открутим эти гаечки. Берем вот за эту вот ерундушечку, можно за нее, за любую. И видишь, вот шкала, вот риска и вот шкала тут. Ну тебе видно или нет, а, дорогой друг, уважаемый друг, тебе видно или нет? Мне плохо видно, потому что я придурок, очки не одел. Сейчас пойду одену. Итак, мы подготовили верхний суппорт, это называется. Поставим на 2,5 градуса, но мне так надо. Там я не стал выставлять минуты и секунды, потому что у меня на моей шкале это проблемно сделать. Видел мою шкалу? Не знаю, как у тебя, дорогой друг. Вот, я повернул, значит, посмотри, в какую сторону у нас развернулся немножко верхний суппорт. В ту сторону. Вот, и теперь мы сделаем такой нюанс.
Вот этот вот. Смотри, друг. Вот давай я вот сюда поставлю. Смотри, вот сюда поставлю. О, камеру сюда поставлю. И ты увидишь, что я делаю. Я вот этим вот откручиваю назад сюда. Понял? Вот. Открутил. Теперь я туда. Видал? Подвожу сюда. Поближе. Вот. Зашел резцом немного внутрь. Вот пошли, я тебе там покажу. Я резцом зашел туда немного внутрь. Видишь? Теперь надо включить. Теперь ты меня после включения не услышишь, наверное. Так что догадывайся, что я буду говорить. Запускаем. И вот эту вот подводим сюда. Мы выводим сюда. Теперь берем вот семерка, да? Нам надо сюда. Сюда нам надо, сюда подвинуть. Берем вот шестерку, ставим. 1 градус. 1 градус. И вот этим вот вертушечкой вот этой крутим. Смотри, мы крутим. Начали крутить. Понял? И дальше крутим. Видал? Вот этот вот крутим. Ничего не трогая, это не трогая, напрямую вот этим вывести, тут конуса не будет, понял? Он ровно выйдет, давай отодвинем. Выключим станок, теперь мы смотри, что сделаем. Подальше суппорт отведем, и он туда, надо дунуть, давай я дуну. Если ты можешь дунуть, то дунешь. А если не можешь, попроси кого-нибудь. Итак, теперь я беру вот этот конус, смотри. Беру и иду сюда. И пробую его туда засунуть. Вот смотри. У нас вот он зашел. Так? Ну, теперь я тебе еще раз с одного места, от которого нифига не видно, покажу, как я это делаю. В общем, подвожу... Завожу резец мой внутрь, включаю. Это я коснулся на ходу, понял? Теперь я так же делаю, смотри. Бац! Ну, можно, у меня небольшой конус, можно 2 градуса. 2 деления. Понял? И начинаю, вот подвел сюда, включил и погнал. Вот, дорогой мой друг, уважаемый друг, и делаются конуса. Все вот этой вот верхним суппортом.
откручиваются вот эти болтики, разворачивается вот эта шкала на любой градус, который ты хочешь. Не обязательно как у Морзе там, а какой ты сам захочешь. Я думаю, ты захочешь любой градус. Ты что, хуже какого-то Морзе, что ли? Да нет, конечно. Чего тебе равняться на Морзе? Морзе придурок был. И в 19 веке они только все изобретали, разные конуса. Почему бы ровным не сделать? Я бы сделал ровный. Ровно 3 градуса, к примеру, и все. Понятно? Все. Спасибо, друг. Если ты ничего не понял, то извини меня, я и сам ничего не понял.